В селе Мейсяриша Махинского района состоялся третий по счету фестиваль винограда и вина, главной целью которого является популяризация местного виноградарства и виноделия, повышение экспортного потенциала страны, а также знакомство с историей становления этих отраслей в Азербайджане. В церемонии открытия фестиваля принял участие помощник президента Азербайджана, исполнительный директор фонда Гейдар Алиева Анар Алакпаров, председатель государственного агентства по туризму Фуад Нагиев и другие официальные лица. Фестиваль уже завоевал популярность не только среди азербайджанских любителей вина, но и иностранных гостей. В этом году гостями этого праздника стали несколько тысяч человек. Спасибо организаторам за такой клевый фестиваль. Надеюсь, нас ждут яркие и интересные впечатления. Мы впервые, мы с подругой приехали впервые. Нам очень нравится, отличный фестиваль, шикарная погода, что может быть еще лучше? Выбор Шамахы в качестве места проведения фестиваля не случайен. Этот древний край также известен как один из регионов Азербайджана, где развивалось виноградарство как столица виноделия страны. Вот уже 2 года на фестивале представлена и освобожденная от оккупации территория Азербайджана. Сюда доставляются вина из поселка Тук Ходжавенского района. Посетители имеют возможность продегустировать аутентичные сорта карабахского вина. В этом году на фестивале было обеспечено участие 23 винных домов. На территории были созданы выставочные и развлекательные зоны, организовано пространство для проведения мастер-классов. Гостей ознакомили с процессом выращивания винограда и производства вина, туристическим потенциалом Азербайджана, историей возникновения винных домов в стране. Посетители могли на месте приобрести понравившиеся образцы винной продукции по самым доступным ценам. Вообще я любитель ездить по нашим районам прекрасным. Очень много интересного узнаешь, когда посещаешь прекрасные районы. А здесь, конечно, очень хотелось бы узнать побольше о нашем виноградарстве, о том, как оно распространяется, какие сорта используются, какие вина выпускаются, потому что мы уже на многих заводах были на экскурсии, а теперь приехали сюда. Организатор фестиваля, государственное агентство по туризму, продвигает винный туризм Азербайджана на международном уровне, учитывая наличие в стране международно признанных местных сортов винограда и вина. Азербайджан является членом винного маршрута «Путь виноградной лозы», включающего винодельческие маршруты 20 стран, созданного Советом Европы и Европейским институтом культурных маршрутов с целью продвижения винного наследия и энотуризма, а также устойчивых видов туризма. Эллада Мамедова, Фарид Ибадов, CBC.